И снова, друзья, приветствую вас на нашем канале «Вокруг водоемов». Давно не выезжали на рыбалочку, а все из-за того, что у меня сломался велосипед. А именно, лопнул обод. Но сейчас у меня стоит новенький обод. Друзья мои помогли из Германии, за что им большое спасибо. Сумочка уже хорошая, могу выезжать на дальние расстояния, ловить рыбку и кушать ее. Так как мы понимаем, сейчас очень тяжелое время, за мясо и разговора нету. Ну а рыбка — это хороший заменитель мяса, будем так говорить. Тем более борщ с карасями, во! Кому интересно, обязательно рецептик скину. Так что очень большое спасибо моим друзьям, Александру, спасибо тебе, Саш, Яночке, Яниному мужу, и еще одному Александру, и еще двоим Александрам, Андрею и Сергею. Спасибо вам большое, друзья, спасибо за понимание, за поддержку вашу. Дай Бог все наладится, сочтемся. И вам, мои друзья, подписчики, большое спасибо, что вы остаетесь с нами, смотрите видео, лайкаете. Спасибо вам всем большое. Ну что, сегодня мы порыбачим на фидерки. Я уже подготовил их. Также кашку с собой брал. Здесь макуха, хлеб и, по-моему, перловка. Да, перловочка здесь была. Старенькая. Ну, я ее отварил. Вот два фидерка моих. Кормушечка Патерностер 30 грамм. Один крючок, друзья. Почему один? Вы знаете, ловил на два, ловлю на один. Все то же самое. Клюет без проблем. Зато даже лучше. Не путается, не перекручивается. Вот. Так что я не знаю. Мне и так нормально. Итак, остановился я здесь не просто так. Дело в том, что обнаружил на середине речки небольшие клаптики водорослей. Сейчас попытаюсь вам приблизить. Они, кстати, очень нравятся рыбке. Любой. Карась, карп. Без разницы. Все мирные рыбки. Вот эти водоросля. Они в длину достигают 3 метров. Вот, растут на глубине. В этих водорослях частенько находятся личинки. Вот. Из-за этого рыбка там и крутится. Друзья, возможно, кому будет интересно, в каких любит рыбка обитать в водорослях, я вам оставлю ссылочку на мое еще одно видео, где подробно там все указано. Кашку я еще вчера варил. Вот, она была в морозильнику. Добавил еще немножко макухи для запаха, чтобы немножко восстановить. Так, цеплять будем червячок. Так, червячок в тенечек, чтоб не пропал. Чуть-чуть подтянем ближе к травке. Вот так. О, ужик поплыл. Поспешил, друзья. Выровнялся фидер, послабла леска. Вот. Ну, червячок, в принципе, на месте. Надо было просто еще дать ему хорошенько взять. Сейчас кашки добьем. Сейчас окинем повторно. В общем, взял, поменял кормушечку, снял патерностер, подцепил убийцу карася. Почему? Потому что кашу выбивает, вот, а брать червячка не хочет. То есть вытягивая, каши там уже нету. Вот. Я понимаю, что заядлые фидеристы, они осудят меня за это. Но, друзья, я такой рыбак, что люблю все пробовать, испытывать. Мне интересен просто результат. На убийца карася тут дело в том, что крючки прям возле самой кормушечки, возле самой каши. То есть мы прям под носиками суем эти червячки. В общем, сейчас попробуем и увидим результат. Так, друзья, не прошло и 5 минут, на убийцу карася моментально взяло. Патерностер до сих пор стоит уже минут 20. Хотя у меня на патерностере крючок также находится возле самой кормушечки практически. Вот. Даже на том фидере. Там поводок у меня еще ближе к кормушке. Ну, уже 20 минут, тишина. В общем, забрасываем опять убийцу карася. Вот попался карасик, такой ладошечный. Каши уже практически нету, выжрал. Берет на убийцу карася. Лучше получается. Ну ничего, ждем. И на патерностер проклюнет же. Надеюсь. Так, берет. На убийцу карася берет. Дернул и все. Так, думаю, надо где проверить, вытащить убийцу карася. Ага. Каши не видать. Текс. Что у нас с червями здесь? Угу. На последнем червячка нету. На этих двух червячок есть. Держать неудобно. Опа, патерностер, друзья. Сработал. Сработал. Патерностер. Ух ты, что тут такое? Тяжеловатое, ага. О, это вроде побольше карасик. О, это хорошенький, смотрите. Хорошенький. Вот и патерностер сработал. Да, правда, долго стоял, но сработал. Ну, пока 1-1. Убийца карася и патерностер. Да, кстати, кто-то уже видел у меня видео на канале, где я в болотном костюме по камышам рыбачил. Вот, видео готовится. Вот. Просто это не быстро все. Много всяких видео там, кусочков. Мне это все надо смонтировать. Вот. Так что обязательно залью. Там будет очень интересно. Так что, если вы еще и наш подписчик, обязательно подписывайтесь и смотрите. Много чего полезного, возможно, найдете для себя. А возможно, и вы поделитесь чем-то полезным в комментариях. На что я буду очень рад. Так, друзья, вот за эти водоросли я вам и говорил. Вот в таких водорослях рыбка любит кормиться. Они, наверное, вырастают до 3 метров, то есть они на глубине растут без проблем. И рыбка в этих водорослях обитает. Как называется, я вам не скажу, просто мои наблюдения. Вот. Потому что очень много их видов. Это надо быть ботаником, биологом. Так что вот так. Главное, что в роголистнику, роголистник, это, по-моему, если не ошибаюсь, вот это и есть роголистник. Да, жесткие. Такие листочки, они жесткие, видите? То есть похожее, оно там такое мягенькое. То нормально, то хорошие водоросля, рыбка любит в них обитать, а в этих нет. Ну, все из-за того, что тут какой-то химический состав выделяется, что даже личинки в них не живут. Вот. Так что здесь рыбки мало в такой траве. Как по-нашему, как на огороде бурьян. О, сидит. Вот на убийцу опять попался. Ну, здесь у нас на первый. Ну, друзья, это не говорится о том, что патерностер это плохая кормушка. Нет, у нее очень много плюсов, очень есть свои плюсы. Так как и убийца карася, свои плюсы и минусы. То есть у рыбака должна быть постоянно, ну, все виды кормушек, допустим. Немного того, немного сего. Пробовать, пробовать. То есть это видео было просто для наглядности. Может, кому-то будет это полезное. В общем так, на убийцу карася мы поймали 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 штучек. На патерностер вытащили 2 карасика. Одного большого и одного маленького. Ну, маленького с ладошечку. Вот весь итог сегодняшней рыбалки. На сковородочке 2 есть. Ну, чуть-чуть больше килограммчика за вечер. Я считаю, это неплохо. Все, друзья, буду я собираться. О! Что такое? Ё-моё! Вы представляете, пока считал рыбку, подводил итог, а на патерностер то взяло. В общем так, друзья, пока доставал садочек, вот, подводил итоги, уже собирался, отвернулся, взяло на патерностер, вот. Пока отвлекся. Ну, зачтем. Зачтем еще одного. Вот, рыбка знает, когда клевать. Итак, друзья, вот и закончили мы нашу рыбалочку. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, комментируйте. Вам желаю ни хвоста, ни чешуи, а удачи на даче, как говорит мой товарищ.